Таганский суд Москвы арестовал Владислава Яковцева, задержанного после избиения в центре Москвы олимпийского чемпиона по танцам на льду Дмитрия Соловьева. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Избившими фигуриста Соловьева в центре Москвы оказались студенты из Читы. Следствие требует ареста двух мужчин, избивших фигуриста Соловьева в центре Москвы. Избившие фигуриста Соловьева раскаялись в содеянном. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Яковцеву меру пресечения в виде содержания под стражей по делу, возбужденному по СТ 112 УК РФ, причинение среднего вреда здоровью, сказали в суде. Яковцев признал вину в содеянном и готов возместить ущерб здоровью спортсмена, сообщил его адвокат Андрей Кораблев. Яковцев признал вину в избиении Соловьева, признал, что не сдержал эмоции. Он готов возместить тот вред, который причинил потерпевшему, сказал защитник. Адвокат отметил, что просил суд с учетом этих обстоятельств избрать Яковцеву домашний арест или залог. Однако суд отправил Яковцева под стражу до 21 января 2022 года. «Я буду обжаловать эту меру пресечения», – заключил Кораблев. В ближайшее время будет избрана мера пресечения второму фигуранту дела Владиславу Смирнову. Соловьев был избит 21 декабря около караоке-клуба в центре Москвы. После нападения его госпитализировали. Источник уточнил, что причиной избиения стал бытовой конфликт. После инцидента в полицию были доставлены двое напавших на спортсмена. В пресс-службе СК сообщали, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил забрать из полиции материалы проверки по факту избиения Соловьева.